7 апреля маломерным судам разрешается выход в акватории Приморского края. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Олег Кожемяка. По словам главы региона, в крае установилась хорошая теплая погода, что позволяет начать навигационный период раньше, чем в предыдущие годы. Напомним, перед выходом в море необходимо проверять исправное судно и укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения, проводить краткий инструктаж с пассажирами по правилам поведения и безопасности нахождения на борту. Дорогие друзья, к нам поступают многочисленные обращения жителей Приморского края о необходимости открытия навигации. Мною подписано распоряжение об открытии навигационного периода 7 апреля этого года для маломерных судов. Поэтому в эти выходные дни вы можете уже выйти в море, на рыбалку, просто на отдых. Безусловно, при этом соблюдая все правила безопасности на воде, контроль за обстановкой, ну и, конечно, ограничения по выходу в море из-за штормовых предупреждений. Поэтому желаем всем успешной рыбалки для любителей спортивного, любительского лова, но также те, кто просто решил прогуляться, подышать свежим морским воздухом.